В органах соцзащиты Сызрани соблюдают социальную дистанцию и меры личной безопасности. При входе температурный контроль, ношение масок для сотрудников и посетителей обязательно. Так же, как и предъявление QR-кода. Прививка – залог безопасности, считают сызранцы. Да, конечно, сделал. Здоровье превыше всего. В сызранской соцзащите более 96% сотрудников уже с прививкой. Когда началась вообще масштабная вот эта акция, то перед нами, наверное, как перед сотрудниками социальной сферы, вопрос, вакцинироваться или нет, не стоял. И поэтому, наверное, в первые даже 3 месяца большинство наших сотрудников для себя сделало выбор. Потому что мы работаем с людьми, к нам ежедневно приходит на прием большой поток населения. Основные посетители органов соцзащиты – пенсионеры, ветераны, инвалиды. Рисковать их жизнями сотрудники не имеют права, считают соцработники. Их лозунг сейчас – лучше вакцинироваться заранее, чем лечить болезнь потом. Сергей Кизоркин, События.